Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу сделать для вас обзор новинки 2017 года. Украинский танк Т-84 «Оплот», который выпустила фирма «Трумпетер». Вот такая вот огромная коробка. Даже не хочу ее ворочить в экране, потому что она и так с натягом влезла. Сейчас откроем и посмотрим содержимое довольно-таки интересного танка. Танк ВСУ Украины. Их собственная разработка. Что? Сначала мы видим инструкцию. На первой странице указаны литники, которые присутствуют в наборе. Инструкция сделана в виде книжечки, но ее мы рассмотрим попозже. Красочный глянцевый цветной лист. Где мы можем посмотреть способы окраски данного танка. Такой вот рекламный листик. Master Tools. Продукция для моделистов. И как видите, полная коробка литников. Литники запакованы в целлофан. Сейчас распакуем и посмотрим все более подробно. Распаковал литники, теперь рассмотрим их поближе. Очень понравилось мне, как выполнены детали. Хорошее литье. Все хорошо видно. Литников довольно много. Набор должен быть очень интересным в сборке. Сейчас возьму лист цветной бумаги, чтобы было лучше видно. Сейчас рассмотрим. Так, мне кажется, видно намного лучше. Как видите, все очень добротно и качественно отлито. Главное, чтобы в сборке было не тяжело собирать. Фирма хорошая, проблем никогда с ней не возникало. Все очень хорошо сделано. Боковые экраны. Хорошо видна расшивка. Литников много, деталей много. Любителям пособирать будет чем позаниматься. Одинаковые литники. Посмотрим по одному. Так сделаны катки. Фирма Трумпетер нас радует выходом своих новинок. Очень интересная техника. Интересные образцы. И скорость их выпуска.
книга с балансирами. Тучи. Ковши для троса. Все выполнено на 5 баллов. Летник с траками. Кондуктор сверху. При сборке укладывают траки. Ну, вот так вот выполнено. Несколько летников. Летник с ванной корпуса. Ванна дана одной деталью. Разметка и дырки уже высверлены. Не надо будет мучиться. Башня. И пошли маленькие ледники по 2 штуки. Ледники с элементами подвески. Одинаковые. Ледник прозрачный. Плата фототравления. Решетки. Самое необходимое. Металлический плетеный трос. И декаль. Декаль простенькая. Цифры. И обозначение вооруженных сил Украины. 84 МБТ. Вот, друзья, такая вот коробочка с ее содержимым, которую мы рассмотрели на канале. Ну и любителям повозиться и сделать модель более достоверной, также рекомендую приобрести металлические траки фирмы Master Club. Сложил ледники, рассмотрим инструкцию по сборке. Страницу мы уже видели ранее. Листы слипаются, новая инструкция. Как видите, все хорошо читаемо. Этапы сборки понятно показаны. Все довольно понятно, четко обозначено, как что собирать, все хорошо видно, куда что устанавливать.
такая вот инструкция. Вот на этом, друзья, буду заканчивать. Спасибо вам, что смотрите. Надеюсь, кому-то буду полезен данным видео. Кому-то помогу в выборе данной модели. Ну, я модель оцениваю на 5 баллов. Довольно интересная новинка, интересная модель. И, надеюсь, будет приятная сборка. Всех благ вам, вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами. До новых встреч!